Привет! Жень, добрый! Перед созданием биткоин-хранилища сначала нужно разобраться в его видах. В 2025 году существует 5 типов. Это меня устраивает. Итак, веб-хранилище. Создать такой биткоин-кошелек можно через специальные онлайн-сервисы в браузере. Они удобны при необходимости иметь быстрый доступ к сбережениям и считаются самым популярным видом хранилищ – десктопные кошельки. Создать биткоин-хранилище этого вида можно через программное обеспечение. Такое ПО устанавливается на компьютер и имеет прямой доступ к блокчейну. Занимает значительный объем на жестком диске. Перед установкой копируется вся информация из блокчейна, поэтому такой кошелек называют толстым. Мобильные биткоин-кошельки. Работает с помощью специального приложения. Его нужно скачивать на смартфон через App Store или Google Play. Есть прямой доступ к криптовалютной сети. Аппаратное хранилище. Не имеют прямого доступа к криптовалютной системе, поэтому считаются более безопасными. Для создания аппаратного хранилища нужно покупать специальное физическое цифровое устройство, вроде флеш-накопителя или переносного жесткого диска. Например, их продает французская криптокомпания Ledger – бумажные хранилища. Это обычные листы с напечатанными криптовалютными ключами и адресом. Иногда они дополняются QR-кодами для сканирования, чтобы пользователь имел возможность совершать транзакции быстрее.